В Новой Трёхгорке на фасадах многоквартирных домов в рамках первого в Московской области международного фестиваля уличного искусства «Урбан Морфогенезис» появится музей под открытым небом. Мероприятие реализует фонд поддержки и развития современного искусства при участии Главного управления социальных коммуникаций региона и администрации Одинцовского городского округа. Мировые уличные художники распишут фасады зданий. Для проведения фестиваля закуплено порядка 25 тысяч литров краски. Планируется расписать свыше 30 домов общей площадью 38 тысяч квадратных метров. Для улучшения сохранения граффити перед началом работ фасады будут обработаны специальным материалом.